Уже в эту пятницу, 5 февраля, хоккейный клуб «Сочи» проведет очередной домашний матч во дворце спорта «Большой». В гостях Грозный, московский ЦСКА. Хоккейный клуб ЦСКА уверенно идет к своей победе в регулярном чемпионате, но в последнее время не слишком здорово играет с командами из нижней части таблицы. Леопарды уже не попали в плей-офф и теперь играют без лишнего груза ответственности, который заметно раскрепостил команду и позволил одолеть нефтехимик в заключительном матче выездной серии 4-1. Кто же заберет 2 очка в пятницу? Билеты доступны на официальном сайте хоккейного клуба «Сочи» и в кассах Дворца спорта «Большой». Начало матча в 19:30.